Ну что, в прошлый раз закончили на том, что определили, что такое корень многочлена. Надеюсь, что все это, конечно, со школы знали, но тем не менее приятно вспомнить, да? Такая важная для алгебры штука, как корень. И сформулировали, доказали совершенно простенькую теорему Безу, из которой следовало, что число альфа является корнем многочлена тогда и только тогда, когда многочлен наш f от x делится нацело на линейный многочлен x минус альфа. А от такого простенького утверждения происходит большое количество польз. Например, отсюда происходит некий алгоритм, который принято называть схема Горнера. И этот алгоритм позволяет делать очень многое с многочленами. Но на лекциях это уныло обсуждать, все-таки это совсем такой практический материал, там особо доказывать нечего. Поэтому я считаю, что схему Горнера вы обсуждаете на семинарах. Еще я хотел обратить внимание вот на что. Мы в прошлый раз доказали, что у многочлена степени n не может быть больше, чем n корней. И это мы доказали с помощью определителя Вандермонда. Ну, как бы здорово, что мы это сделали. Понятно, что тут применение Вандермонда логично. Но на самом деле это можно объяснить и проще. Вот там мы другое немножко делали, а это получалось как следствие. А, собственно, про то, что число корней не превосходит степень, давайте замечание. Число корней многочлена f от x не превосходит степени этого самого многочлена. Ну, давайте только не нулевого многочлена. Потому что у нулевого многочлена, ну, все числа являются корнями, это как бы не очень удачный пример. В частности, ну, вот отсюда, например, следует, это очень глубокий результат, хотя он и простенький, но он имеет множество следствий. Например, если вы рисуете график, там, не знаю, функции синус, то вы сразу понимаете, что синус не равен никакому многочлену. Казалось бы, почему? А вдруг я там напрягусь и придумаю какой-то многочлен, который в любой точке совпадает со значением синуса. Ну вот нет, потому что синус равен нулю в бесконечно многих точках, а многочлен не может обращаться в ноль, его график не может вот так идти, не может обращаться в ноль в бесконечно многих точках. И, пожалуй, самое простое доказательство. Состоит в том, что пусть у меня альфа 1, альфа 2, я не знаю, там конечное, бесконечное, корни нашего многочлена. Тогда вот я пользуюсь теоремой Безу и говорю, что тогда f от x равняется x минус альфа 1 на q от x. Многочлен делится на линейный многочлен x минус альфа 1, поскольку альфа 1 корень. Далее я знаю, что альфа 2 тоже корень, поэтому я могу подставить сюда альфа 2 и получу нолик. А с другой стороны, если я подставлю альфа 2, то я получу альфа 2 минус альфа 1, что у меня не 0, потому что я считаю, что это разные корни. Я же не буду один и тот же корень два раза писать. Буду на самом деле, но чуть позже. Пока не буду. Поэтому у меня первая скобка не равна 0, а тут получается q от альфа 2. А значит, поскольку в поле нет делителей нуля, то произведение двух элементов равно нулю означает, что один из них равен нулю. Раз первый не равен нулю, значит второй равен нулю. И значит вновь по теореме Безу у меня тогда q от x делится на x минус альфа 2. Там какой-то кус волны от x. И так далее. То есть я для каждого нового корня буду получать, что f от x равен x минус альфа 1 и так далее, x минус альфа m некоторый и некое частное, там, q с крышечкой от x. И отсюда следует, что число m, число корней, которое может возникнуть,
равно степени произведения этих линейных скобок, а значит равно степени f минус степень вот этого самого g с домиком. Но это меньше или равно, чем степень f. Потому что степень этого многочлена же q с домиком, она не отрицательна. Он может быть константой, она может быть не нулевой, но она не отрицательна. И значит, мы получаем, что количество корней, которое может возникнуть, не превосходит степень многочлена. Ну, что и требовалось доказать. Мы считаем, что они все некратные. Ну, то есть, там... Мы сейчас пока не думаем, сейчас про кратность мы поговорим. Сейчас мы говорим число корней. Что такое корень? Это некий элемент нашего поля. Что такое число корней? Это число разных корней. И мы утверждаем, что число разных корней не превосходит степени многочлена. Но, собственно, вот сейчас мы поговорим и про совпадающие корни. Мы, на самом деле, сейчас уточним это замечание. Но для этого нам потребуется определение кратности корня. Кратность корня альфа многочлена f от x это... Во-первых, господа, хочу спросить, как будет по-английски кратность? Это важно знать. Абсолютно верно. Multiplicity. Часто поэтому буква M обозначается. Второе. На эту тему есть стандартная шутка. С одной стороны, ее все знают. С другой стороны, кто не знает, ее очень полезно знать. Я перед тем, как давать определение, прокомментирую его на этой примере. Причем это происходит вот реально каждый год. Когда человек на экзамене дает определение кратности корня, он говорит, кратность корня альфа — это следующее. Вы берете многочлен f от x и подставляете в него число альфа. Если вы получили 0, то это корень. Подставляете еще раз. Если опять получили 0, это корень. А вот если вы k раз подставляете число альфа и получаете 0, а вот k плюс первый раз подставляете и получаете не 0, то значит это корень кратности k. Не, на самом деле определение имеет смысл, да? Но это скорее из психологии, а не из математики. Вы берете какое-то число, каждый раз его подставляете в многочлен. На каждый раз вы просто устаете, делаете ошибку, получаете не ноль, и значит, это корень вот там ровно такой-то кратности. Если серьезно, то это определение не такое уж смешное. Его просто надо правильно скорректировать, и тогда оно станет корректным. Да? Ну, оно станет вот ровно тем, что мы хотим сказать. Так вот, кратность корня многочлена f от x — это такое целое неотрицательное число k, что мой многочлен делится на x минус альфа в степени k. Я это напишу вот так. X минус альфа в степени k делит многочлен f от x. Но x минус альфа в степени k плюс 1 не делит f от x. Ну, то есть, другими словами, k — это самая большая степень линейного множителя x минус альфа, которая делит мой многочлен f от x. Понятно, что такое k существует для любого альфа. Потому что не может быть так, что для сколь угодно большого k многочлен x минус альфа в степени k делит f от x. Ну, просто потому что если один многочлен делит другой, то у этого одного степень не больше, чем у другого. Поэтому это k как минимум ограничено. Замечание. K как минимум ограничено степенью многочлена f от x. Еще несколько вещей, которые надо тут сказать. Ну, во-первых, может быть так, что k равно нулю. Что это означает? Не корень. Это означает просто, что альфа не корень.
Удобно считать, что все некорни являются корнями кратности 0. Второе. Когда k равно единице, это называется просто по определению простой корень. Simple root по-английски. Вот тут simple. А когда k больше или равно 2, это называется кратный корень. Кратный означает кратности больше или равно 2. Давайте теперь вернемся вот к этой идее. K раз подставляем, получаем 0. K плюс первый раз подставляем, получаем не 0. Как исправить это ошибочное определение? Каждый раз перед тем, как подставлять, мы делим на x минус альфа. Понятно, да? То есть корень кратности k — это следующее. Вы берете альфа и подставляете в многочлен от x. Если не 0, то кратность равна 0. Если 0 получили, то кратность как минимум единица. И дальше вы делите ваш f от x на x минус альфа. И опять подставляете туда альфа. Если 0, то кратность как минимум 2. А если не 0, то кратность ровно 1. И если 0, то опять делите. То есть каждый раз вы подставляете, и если 0, то делите на x минус альфа. Опять подставляете. Если 0, то делите на x минус альфа. И так вы находите, какую кратность корня имеет альфа. Понятно. Хорошо, теперь еще один сюжет, тесно с этим связанный. Это сюжет про производную многочлена. Только у нас будет формальная производная многочлена. Чему вас учат в математическом анализе? Я надеюсь, в ноябре уже учат. Проходили производные? Нет. Голоса разделились. Или будут учить в математическом анализе. Всяким страхом. Типа того, что производная многочлена, ну, любой там функции, для которой производная существует, такие функции называются дифференцируемыми, в точке x это какой-нибудь там предел при приращении стремящимся к нулю f от x плюс дельта минус f от x делить на дельта. И там у этого есть понятный смысл. Вот у меня график функции f от x. Производная — это тангенс угла наклона касательный. Она показывает, как быстро растет функция, или там не растет, а убывает в этой точке. В алгебре это все не работает. Потому что в алгебре мы хотим рассматривать многочлены над любыми полями. И если мы, скажем, рассматриваем... Вот вся наша наука работает как минимум над любыми полями. А значительная часть науки работает и над любыми кольцами, например, над целыми числами. Можно рассматривать многочлены над многочленами. И если, скажем, у вас поле, это поле вычетов по модулю 2, это поле из двух элементов, то говорить, что мы берем в поле Z2 некое приращение, устремляем к него к нулю и берем какие-то пределы, это по меньшей мере наивно. Поэтому в алгебре нам надо как-то... А с другой стороны, производная — полезная штука. Организм как бы просит производную, когда вы пытаетесь что-то доказывать. И тогда вам надо, ну, что-то такое придумать, некий такой заменитель производной, который был бы в алгебре применим. Как люди поступают? Очень просто. Они так подглядывают, что происходит на математическом анализе. Там люди вот какие-то дельты используют, какие-то там свойства доказывают. И в какой-то момент они говорят, что производная многочлена f от x. Вот у меня есть многочлен. Я в общем виде написал многочлен. И в какой-то момент в математическом анализе доказывают, что производная этого многочлена равна n а n x степени n минус 1 плюс n минус 1 а n минус 1 x степени n минус 2 плюс и так далее, плюс а1. А 0 вообще умер. Я думаю, многие в школе учили дифференцировать многочлены. И вот такая формула доказывается, исходя вот из такого определения производной. Да?
что когда вы дифференцируете многочлен, у вас каждый раз показатель степени падает в коэффициент, степень уменьшается на единичку, и получается сумма на единичку короче. Свободный член умирает. Так вот, в алгебре, подглядев это дело, считают вот это определением. А про это вот как бы немножко забывают. Просто по определению производная многочлена называется вот такое выражение. Товарищи, занимающиеся математическим анализом, говорят, ну что-то вы как-то нехорошо делаете. А мы говорим, что мы называем поэтому это формальный производный. Чтобы мы не думали про всякие там дельты, геометрические смыслы, мы просто формально считаем, что производная многочлена называется такое выражение. На самом деле, более правильно было бы дать эквивалентное определение. А именно, сказать, что производная... Давайте я ее на минуточку обозначу не штрихом, а буквой D. Сказать, что производная — это отображение из многочлена в многочлены. Которая обладает следующими тремя свойствами. Свойство первое, или двумя, сейчас поймем, сколько нужно. До двух достаточно. Которая обладает двумя свойствами. Во-первых, она линейна, то есть d от альфа f от x плюс бета g от x от линейной комбинации двух многочленов, это линейная комбинация образов. Это альфа d f от x плюс бета d g от x. Это первое, что требуется. И второе, что требуется, это правило Лейбница. Что d от произведения f от x, g от x. Так, я зря тут пишу, давайте я повыше напишу. И новый мел возьму. Правило Лейбница — это очень важно, поэтому всегда, когда мы пишем правило Лейбница, мы берем новый мел. И второй пункт — это d от произведения двух многочленов это производная f на g плюс f на производную g. Ну а обозначение производная от многочлена обычно обозначается просто штрихом. Вот. Ну и совсем легко понять, что с одной стороны, если у вас выполнены вот эти два свойства, линейность и правило Лейбница, то тогда производная многочлена вот такая. Это легкое упражнение. Как это доказывается? Ну, во-первых, ну хорошо, давайте проговорю, как это доказывается. Вы хотите теперь продифференцировать любой многочлен. Раз мы решили, что наше дифференцирование линейно, мы сейчас считаем, что выполнены эти две аксиомы и хотим получить вот эту формулу. Так? Раз мы знаем первое свойство, что оно линейно, ну, правда, мы тут написали линейность только для двух слагаемых, но если есть линейность для двух слагаемых, она есть по индукции для любого количества слагаемых. Поэтому мы можем вынести все коэффициенты наружу. А, тут оно должно быть. И записать вот так. Числа вот альфа и беты можно выносить. У нас здесь вот этими числовыми множителями являются коэффициенты, мы их выбросили. И тогда мы получаем вот такое выражение. Теперь надо понять, например, чему равняется d от единицы. D от единицы мы с вами можем расписать как d от единицы умножить на единицу. И воспользоваться правилом Лейбница. Это d от единицы на единицу плюс единица на d от единицы. Понятно. Значит, мы получаем, что d от единицы равняется d от единицы плюс d от единицы. D от единицы
сокращается, просто прибавляем обратное по сложению, и получаем, что d от единицы равно 0. Так? А, вспомнил третью аксиому, которой не хватало. Видите, всегда надо начать доказывать. Теперь надо понять, чему равняется d от x. Этого понять нельзя, потому что d от x может быть любым. И поэтому нам надо добавить третью аксиому о том, что d от x равно единице. А если мы знаем, что d от x равно единице, то тогда нам надо понять, например, чему равняется d от x в степени n. Представляем x в степени n как что, как думаете? X и x в степени n минус 1, да? Значит, ну, давайте уж тогда совсем аккуратно расстали доказывать. Значит, утверждение, что это равняется n d, что это равняется n x в степени n минус 1, мы будем доказывать индукцией по n. База n равно единице, d от x, мы нашей третьей аксиомой положили равным единице, ну и все сходится. Это как раз 1 умножить на x в нулевой. X в нулевой — это единица. Поэтому получается, что это единица. Верно. Шаг индукции. Считаем, что мы знаем, что d от x в степени n равняется n x в степени n минус 1. Это дано. И хотим, чтобы d от x в степени n плюс 1 равнялось n плюс 1 на x в степени n. Считаем, что при n наше утверждение доказано. И делаем шаг индукции. Доказываем его при n плюс 1. Ну, давайте докажем то, что хотим. Действительно. А d от x в степени n плюс 1 равняется d от x умножить на x в степени n. Вот как предлагали, расписали как произведение. Пользуемся правилом Лейбница. Это d от x на x в степени n плюс x на d x в степени n. По нашей в последний момент добавленной аксиоме d в степени x равняется единице. Значит, мы получаем единицу умножить на x в степени n плюс x. И по предположению индукции d от x в степени n равняется n умножить на x в степени n минус 1. И теперь наступает самое приятное. Приводим подобные члены и получаем n плюс 1 на x в степени n. Согласны, господа? Что требовалось доказать? Значит, наше утверждение доказано по индукции. Тем самым мы с вами аккуратно доказали, что из такого формального определения, заданного тремя свойствами, линейность, правило Лейбница и вот такая тоже нормировка, что в x равна единице, мы доказали, что тогда задается вот такой формулой. А я просто продолжу эту формулу вот здесь. Значит, d от, это получается n, а n x степени n минус 1, плюс и так далее, от d от x равно единице, значит, будет плюс a1, а d от единицы равно нулю. Значит, тем самым мы доказали то, что хотели. В другую сторону, давайте я все-таки упражнением оставлю, то, что эта формула обладает всеми этими свойствами, и, значит, в другую сторону тоже импликация имеет место быть. Итак, значит, для нас производная многочлена такого вида, это просто по определению многочлен такого вида. Похоже на определитель.
Потому что с определителем была какая логика? Мы задали определитель некой страшненькой формулой, а потом сказали, что определитель — это функция, которая обладает тремя свойствами. Полилинейность, кососимметричность и нормировка. Определитель единичной матрицы равен единице. Вот тут то же самое. Линейность, правило Лейбница и нормировка в иксе. И поскольку два определения эквивалентны, хоть аксиомами, хоть явной формулой, пользуйтесь каким хотите, но на практике, конечно, нас радует явная формула. Хорошо. Зачем все это надо? Ну, много для чего. Сейчас мы докажем целый ряд свойств, связывающих, например, корни и производную. Ну, а вначале я сделаю несколько общих замечаний. Мы все-таки хотим, чтобы все было верно над любым полем, а вот производная ей тяжело с любым полем. Потому что если у поля характеристика 0, то мы с вами имеем вот такое замечательное свойство, что производная многочлена равна нулю тогда и только тогда, когда этот многочлен — это константа. Слушайте, а не было в математическом анализе еще производных? А то, конечно, в алгебре хочется сказать, ну как вы уже много лет знаете из математического анализа, вообще это общее свойство, что производная какой-то дифференцируемой функции равна нулю тогда и только тогда, когда эта функция константа. Вот. И для многочленов это тоже верно, но это верно в случае, когда характеристика равна нулю. А что может произойти в характеристике P? Давайте посмотрим, что у нас изменилось с коэффициентами. Вот у нас были коэффициенты an, an-1 и так далее. На них упали показатели степеней. Возникли n, n-1 и так далее. Если вы поняли, что такое характеристика поля, то вы должны понять, что может случиться, что после этого коэффициенты обнулятся. Потому что, смотрите, что такое многочлен? Вот мы постепенно начинаем осознавать, что такое многочлен. Это выражение такого вида, где n здесь и n здесь — это n разной природы. У многочлена показатель степени — это всегда натуральное число. Неважно, над каким полем мы рассматриваем. Если мы рассматриваем многочлены над Z2, то в поле Z2 двойка и ноль — это одно и то же. Но многочлен x в квадрате и многочлен x в нулевой — это абсолютно разные многочлены. Показатель — это не элемент поля. Показатель — это натуральное число. Сколько раз надо x умножить сам на себя. А вот коэффициент — это элемент поля. И когда у меня n вот здесь возникло в коэффициентах, это означает, что я должен элемент поля AN сложить сам с собой N раз. И если этот N делится на P, на характеристику поля, то складывая коэффициент сам с собой N раз, я запросто могу получить 0. Понятно. И из этих рассуждений легко следует, что производная многочлена равна нулю тогда и только тогда, когда вот все коэффициенты у этой производной станут равны нулю. А это означает, что все коэффициенты, которые были не ноль у исходного многочлена, должны быть убиты падением показателя, который делится на p. То есть вот на все ненулевые коэффициенты, которые были здесь, должен упасть показатель, который делится на p. И это записывается так, что мой многочлен f от x равняется сумме, давайте я напишу с помощью троеточия, а p в степени k x p в степени k плюс а p в степени k минус 1 x в степени p k минус 1 плюс и так далее плюс а p x в степени p. В характеристике p, если у меня какой-то многочлен у коэффициента был в смысле был не ноль, то показатель степени при нем должен делиться на p. При взятии производной этот коэффициент сюда упадет, и я p раз сложу этот коэффициент, и, следовательно, получу 0. Понятно. Поэтому это должен быть многочлен вот такого вида, или, другими словами, это многочлен а p в степени k x в степени k в степени p плюс а p
k минус 1 и в степени k минус 1. Лучше не так. В степени p в степени k. Тут в степени p в степени k минус 1. Плюс и так далее. Плюс ap x в степени p. То есть это некий другой многочлен g от x в степени p. То есть мы доказали, что в характеристике p не только у констант производная может быть равна нулю. В характеристике p производная будет равна нулю тогда и только тогда, когда мой многочлен на самом деле является многочленом не от x, а от x в степени p, где p характеристика. Понятно? Призываю всех об этом подумать. И это на самом деле многое портит. Поэтому мы с вами будем думать про производную, скорее в характеристике 0. А характеристика p — это сложный случай, в котором вот какие-то простые, хорошо известные вещи портятся. Значит, далее считаем характеристику поля, равную нулю. Давайте сейчас решим несколько задач. С помощью производной. Первая задача — это будет задача переразложения многочленов точки. Под переразложением я понимаю следующее. Вот у меня есть многочлен f от x, который равен an x в степени n, плюс и так далее, плюс a1x плюс a0. А мне пришли и сказали, что надо начало координат из точки 0 перемести в точку альфа. Я посопротивлялся, делать нечего. Рассказали, надо переносить. И мы теперь записываем наш многочлен не как многочлен от x, а как многочлен от x минус альфа. Это будет другой многочлен bn x минус альфа в степени n плюс и так далее, плюс b1 x минус альфа плюс b0. То есть здесь как бы началом координат была точка 0, а здесь началом координат становится точка альфа. Такой параллельный перенос напрямую перенес, произвел. Представляете себе. Ну и теперь задачка состоит в том, как найти b и t, зная а и t. Как быстренько посчитать коэффициенты нового многочлена, который равен нашему, но только после сдвига на точку альфа. Этот ответ на этот вопрос дает так называемая формула Тейлора. Или Тейлора. В математическом анализе ее доказывают в большей общности, там для рядов. У нас только для многочленов. Она говорит, что вот этот f от x может быть представлен в следующем виде. Это будет... Ой, я только одну вещь упустил. Но сейчас я напишу, а потом поясню. Nt производная многочлена f в точке альфа делить на n факториал x минус альфа в степени n плюс и так далее, плюс производная многочлена в точке альфа делить на 1 факториал на x минус альфа плюс значение многочлена в точке альфа. Да, это я виноват. Сейчас я поясню.
Тут я упустил сказать, что кратная производная или, другими словами, производная n-ного порядка многочлена f, f nx по определению это, как думаете, что? N раз применить производную. Это f штрих, давайте снаружи написать штрихи, f от x штрих, штрих и так далее, штрих n раз. То есть мы должны вот нашу производную штрих применить к многочлену n раз, но опять получится какой-то многочлен. Он, это будет называться n-ной производной многочлена x. Вот эта n-ная производная, она тоже вполне себе отображение из многочлена в многочлены, но она уже не будет обладать свойством Лейбница, для нее там есть другие свойства. Но тем не менее, это совсем простая вещь. Кратная производная порядка n — это просто n-кратное применение обычной производной. И вот оказывается, формула Тейлора говорит следующее, что вот эти коэффициенты после сдвига считаются так. Давайте я напишу. То есть вот этот коэффициент b-катый, он может быть вычислен как катая производная нашего многочлена. Это опять какой-то многочлен. В него надо подставить нашу точку альфа и после этого разделить на k факториал. Вот такая замечательная формула. Да, круглые скобки забыл. Это производная катового порядка. Вот так. Спасибо. Следите, господа, да, потому что опечатки недопустимы, но тем не менее случаются. Доказательство, почему эта формула Тейлора справедлива. Давайте сделаем следующее. Вот мой многочлен f равняется bn x минус альфа в степени n плюс и так далее плюс b1 x минус альфа плюс b0. Я просто переписал вот эту запись. Я пока не знаю, чему равняются b-шки, но сейчас буду мучительно в этом разбираться. Давайте продифференцируем левую и правую часть k раз. И после того, ну, слева и справа написан один и тот же многочлен. Когда мы продифференцируем левую и правую часть k раз, мы опять слева и справа получим один и тот же многочлен. А после этого и в левую и в правую часть подставим x равно альфа. Давайте соображать, что получится. Что получится слева, господа? Раз мы f k раз продифференцировали, то мы получим катую производную нашего многочлена, и мы в нее подставляем альфа. Теперь давайте соображать, что получится справа. Я утверждаю, что справа получится просто 0 плюс k факториал b в степени k плюс 0. Давайте подумаем, что под этим имеется в виду. Тут опять надо закрыть глаза, поскольку все профессиональные математики не пишут такие длинные формы, так глаза закрывают и представляют себе. Вот представьте себе такой длинненький наш многочлен. У него где-то торчит катый член. Да? Я утверждаю, что все члены, которые раньше катого, там x входит в степени меньше k. Правильно? При дифференцировании каждый раз степень понижается на единичку. Верно? У нас характеристика 0 в
Характеристика P там степень может сильно упасть, а у нас характеристика 0, поэтому тут ровно на единичку каждый раз понижается степень при дифференцировании. Поэтому все члены, которые были до Катова, еще до подстановки, они просто после дифференцирования станут нулями. Если вы дифференцируете многочлен степени меньше k, k раз, он становится нулем. А у нас операция линейна, поэтому вы отдельно дифференцируете каждый член. Что про... Поэтому это вот этот символический ноль. Это все слагаемые превратились в ноль, которые были до катого члена. Когда вы продифференцируете катый член, вот у вас был bk, x минус альфа в степени k, и вы его продифференцируете k раз. Что у вас произойдет? У вас будет k раз падать вот этот показатель в коэффициент. Так? То есть у вас вначале, когда вы первый раз продифференцируете, k упадет, тут будет bk. Еще раз продифференцируете, k минус 1 упадет. И так далее, в какой-то момент 1 упадет. Понятно. И получится bk умножить на k факториал. Показатели падали каждый раз, но каждый раз становились на единичку меньше. Представили? И останется x минус альфа в степени 0. Ну, то есть единица. Ну, то есть у вас получится k факториал на b в степени k. Вот эта часть. Понятно? Теперь, что происходит с коэффициентами, которые старше, чем b в степени k? Они там как-то продифференцируются, но там останется x минус альфа в положительной степени. И когда вы туда подставите x равно альфа, то x минус альфа станет равно нулю, и они все обратятся дружно в ноль в точке x минус альфа. То есть они как многочлены не будут равны нулю, но после подстановки x равно альфа они станут равны нулю. И получится 0 плюс b в степени k факториал bk плюс 0. Да. А любое число в нулевой степени равно единице. Только зачем вы это спрашиваете, я пытаюсь понять. А, абсолютно правильно. Значит, x минус альфа в нулевой, даже если подставить x равно альфа, будет равно единице. Потому что мы считаем, что x минус альфа в нулевой — это многочлен единица. Если многочлен единицу подставить x равно альфа, получится, о чудо, все та же единица. Поэтому вопрос правильный, но да, считаем, что если в x минус альфа в нулевой подставить x равно альфа, то получится единица. Все, здорово. Значит, мы получили вот такое равенство. И сейчас, как обычно, самое приятное — это найти отсюда bk. Вот bk и равняется катая производная альфа делить на k факториал. То есть мы доказали вот эту нашу формулу. Понятно ли это, господа? Наша следующая задачка. Сейчас мы сделаем перерыв, я только ее сформулирую. Наша вторая задачка — это нахождение кратности корня. То есть вам дан такой страшненький многочлен, не знаю, десятой степени, и дано такое страшненькое число, там корень из двух плюс корень из трех. Спрашивается, какая кратность вот этого числа как корня этого многочлена. Вот идея, о которой мы говорили, подставили, если 0, то разделили, подставили, если 0, то разделили, подставили. Это, на самом деле, самый эффективный способ нахождения этой самой кратности. И вот эта схема Горнера и делает. То есть схема Горнера — это алгоритм, который вот эту идею реализует. Но вы потренируетесь с этим алгоритмом на семинарах. А сейчас мы скажем, как находить кратность корня с помощью производной. Но скажем после перерыва. Значит, возвращаемся к тому, как находить кратность корня с помощью производных. Теорема. Номер 20 говорит нам. Ну, во-первых, опять пусть характеристика поля равна нулю. Тогда... Если альфа корень кратности k многочлена f от x, то альфа корень k
кратности k минус 1 многочлена f штрих от x. То есть то, что я сейчас так длинно и ученый написал, говорится коротким предложением: при дифференцировании кратность корня падает на единицу. Но только если это не был корень кратности 0. Если это был корень кратности 0, то после дифференцирования он не становится корнем кратности минус 1. А просто непонятно, он может стать корнем после дифференцирования. Тут имеется в виду, конечно, что k больше или равно единице. В частности, k это такое положительное. Сейчас корни кратности 0 я не рассматриваю. K это такое положительное целое число, что f от альфа равняется f штрих от альфа равняется и так далее до k минус первой производной от альфа равно нулю, а k-тая производная не равна нулю. То есть вот эта замечательная старая-старая шутка о том, что k раз подставляем, получаем 0, k плюс первый раз подставляем, получаем не 0, она приобретает смысл и в терминах производных тоже. Что такое корень кратности k? Это такое число, которое подставишь в многочлен, подставишь в его первую производную и так далее, подставишь в k в минус первую производную, получишь 0, а подставишь в k-тую производную, уже получишь не 0. Понятно, что это второе утверждение следует из первого. Если мы докажем, что каждый раз кратность падает на единичку, в какой-то момент она допадает до нуля, и значит это станет не нулевой константой. Ну, вернее, это уже будет не нулевым значением. Сейчас мы это докажем. Значит, доказывать мы будем только первое, потому что второе сразу следует из первого. А именно, мы запишем, что мой многочлен f от x равен x минус альфа в степени k умножить на q от x, где q от альфа не равняется нулю. Это я просто записал условие того, что альфа является корнем кратности k. По определению альфа является корнем кратности k. Если f от x делится на x минус альфа в степени k, а на следующую степень уже не делится. Это означает, что вот этот многочлен уже на x минус альфа не делится. Это означает, что если подставить альфу, то получится не 0. Так? И теперь мы его дифференцируем. F штрих от альфа равняется. Пользуемся правилом Лейбница. Это произведение двух многочленов. Дифференцируем первый. Получаем k умножить на x минус альфа в степени k минус 1. Тут я опять пользуюсь правилом Лейбница, потому что мой первый многочлен — это k-тая степень линейного многочлена. И применяя правило Лейбница, я могу понять, что дифференцируя k-тую степень многочлена, будет падать показатель, тут будет возникать k минус первая степень, и это надо будет умножить на производную линейного. А производная линейного равна единице. Поэтому получится вот это умножить на q от x плюс, теперь правило Лейбница мне говорит, первую часть не трогай, пишу x минус альфа в k-той и умножай это на производную второго множителя, на q штрих от x. Равняется. Теперь я хочу из этого выражения, из этой суммы вынести x минус альфа в степени k минус 1. Что у меня останется в скобках? У меня останется k умножить на q от x
плюс x минус альфа умножить на q' от x. Правильно я вынес? Подставим вот сюда. X равно альфа. Что получим? Получим k умножить на q от альфа плюс альфа минус альфа на q' от альфа. Верно? Это равно нулю. А вот это точно не равно нулю. Потому что мы считаем сейчас k не нулевым числом, k больше или равно единице. И у нас по предположению, где оно? Вот оно. Q от альфа не равно нулю. Произведение двух ненулевых чисел не равно нулю. А многие знают, что сумма ненулевого числа и нулевого числа равна чему? Ненулевому числу. Значит, вся сумма не равна нулю. То есть в точке альфа вот тот множитель, который в скобках, он не равен нулю. А это показывает, что кратность корня x равно альфа у многочлена f' от x равна k минус 1. Что и требовалось доказать. Потому что на k минус первую степень он делится точно, а дополнительный множитель в точке альфа не равен нулю. Значит, на k той степени он не делится. Все, значит, вот получили такой способ выяснять с помощью кратных производных, какова кратность корня. Давайте приведем еще примерчик. Того, что это неверно в характеристике P. А, на самом деле, кто-то понимает, где сломается наше доказательство в характеристике P? Где? Вот в этом месте. Если k будет делиться на p, то это будет 0, и в этом месте доказательство сломается. Но, товарищи, даже уже не будущее, а в принципе текущие математики, есть такая в математике народная примета. Если в доказательстве что-то ломается, это не означает, что результат неверен. Понятно? Поэтому если вы хотите сказать, что теорема в характеристике p неверна, ну потому что в этом месте наше доказательство нарушается, это проблема вашего доказательства. А верен факт или неверен, это пока непонятно. Для того, чтобы понять, что факт неверен, надо что сделать? Привести контрпример, явный. Ну, давайте сейчас это сделаем. Давайте в качестве f от x возьмем многочлен x в степени p умножить на x минус 1. Тогда кратность корня x равно нулю. Какова? Какова кратность корня x равно нулю? P. Равна P. Потому что на x он делится в p этой степени, а в большей степени он на x не делится. Потому что вот этот дополнительный множитель, он в точке 0 равен минус единице, а в поле любой характеристики минус единица не равна нулю. Поэтому это точно не ноль. Ну, давайте его продифференцируем теперь. Мы-то наивные думаем, что кратность корня упадет на единицу после дифференцирования. А вот сейчас мы продифференцируем и увидим. F' от x
По нашему правилу Лейбница дифференцируем первый множитель. Получаем p на x степени p минус 1 и умножить на то, что осталось. Плюс. Теперь наоборот. Первый множитель не оставляем неизменным x степени p, а умножаем это на производную x минус 1. А производная x минус 1 равна чему? Одному. То есть умножаем на единицу. Но поскольку у нас характеристика поля равна нулю, и у нас в коэффициентах появился p, это означает, что мы что-то там складываем p раз, а если мы в поле характеристики p что-то складываем p раз, значит это 0. Значит, вот это просто 0, и остается x в степени p. И кратность по-прежнему p. То есть падение кратности не произошло при взятии производной. Поэтому в характеристике P все это не работает. Это уже является доказательством того, что в характеристике P теорема не работает. Да. Если у вас есть некое утверждение, и вы привели к нему один контрпример, все, значит, утверждение неверно. Потому что если оно верно всегда. Если оно хоть в одной точке неверно, значит, оно неверно. Так, и следующая теорема, 21-я. Теорема 21. Говорит нам то, что мы и раньше хотели сказать, что количество корней многочлена не больше его степени с учетом кратности. То есть даже если мы посчитаем каждый корень столько раз, какова его кратность, то все равно число корней многочлена не будет больше его степени. Давайте это запишем. Пусть F – произвольное поле. Сейчас я написал произвольное поле, чтобы подчеркнуть, что я забыл про свое ограничение, что характеристика равна нулю. Все, дальше считаем поле любым. И f от x какой-то многочлен над этим полем. Тогда два утверждения. Утверждение первое. Число корней многочлена f от x с учетом кратности не превосходит степени многочлена. И второй пункт. Число корней с учетом кратности. Число корней многочлена f от x с учетом кратности равно степени многочлена. Тогда и только тогда, когда наш многочлен f от x разлагается над полем f на линейное множитель. То есть вот этот экстремум достигается, то есть число корней многочлена максимально возможное, оно равно степени многочлена, тогда и только тогда, когда наш многочлен развалится на линейные множители.
Ну, над полем F означает, что коэффициенты всех этих линейных множителей будут там не то чтобы непонятно какие, а элементы этого поля F. Давайте это докажем, доказательство. Первое. Пусть альфа 1 и так далее, альфа m. Все различные корни многочлена f от x. Честно говоря, бывают такие многочлены, у которых нет корней. Но тогда все вообще доказано. Количество корней многочлена не превосходит его степени, потому что у них просто нет корней. Мы считаем, что какие-то корни есть. И вот я выписал через запятую все различные корни. Мы сами сегодня вначале доказали, и в прошлый раз доказали, что число различных корней не превосходит степени, поэтому их конечное число. Вот у нас есть конечное число различных корней многочлена. Но теперь я их считаю с кратностями, поэтому я пишу и их кратности. К1 и так далее, Km. Ки t больше или равно единице. Поскольку они корни, то они корни кратности как минимум единица. И я к каждому корню приписал его кратность. Мы сами знаем, что кратность тоже конечна. Значит, что нам надо доказать? Что число корней с учетом кратности, а это как раз сумма кратностей, не превосходит степени многочлена. Ну, давайте думать, как это дописать. Имеем, что f от x равняется x минус альфа 1 в степени k1 умножить на q от x, то есть q1 от x, где q1 от x, q1 от альфа 1 не равен 0. Мне же дано, что у меня альфа 1 это корень кратности k1. Ну вот, значит, я знаю, что f от x делится на x минус альфа 1 в степени k1 умножить на что-то, и это что-то уже в альфа, точке альфа 1 не равно нулю. Окей. Теперь разделим q1 от x на x минус альфа 2 максимально возможное число раз. То есть увидим, какова кратность корня альфа 2 для многочлена q1. Ну, получим там q1 равняется x минус альфа 2 в какой-нибудь степени s2 умножить на q2 от x, где q2 уже в точке... Нет, я пока не очень понимаю, почему кратность корня альфа 2 у f и у q одна и та же, поэтому я пока обозначил это s2. Потом окажется, что s2 равно k2, но по определению k2 это кратность корня для f, а s2 это кратность корня для q1. Поэтому я пока от греха подальше напишу s2. И так далее. И мы получим, что f от x равняется x1, вернее, x минус альфа 1 в степени s1 равная k1. Вот первая степень уж точно была k1. А дальше непонятно. Дальше пошло x минус альфа 2 в степени s2, x минус альфа m в степени sm, и это все умножается на какое-то qm от x. При этом вот это qm от x не равно... Сейчас, qm от альфа итого
не равно нулю для любого и от единицы до m. Вот этот последний множитель, он будет ни в одной из наших точек альфа 1, альфа m не равен нулю. Ну, потому что мы так брали, что q1 в точке альфа 1 не равен нулю, а этот qm, он делитель q1. Значит, он тоже в этой точке не равен нулю. Ну и так далее. q1 в точке, q2 в точке альфа 2 не равен нулю, а qm, он делитель q2. Поэтому он тоже не равен нулю. Поэтому все они дружно в этой точке не равны нулю. Тогда для данного и мы перегруппируем это произведение, мы напишем, что f от x равняется, вынесем из него x минус альфа и t в степени s и t, а все, что осталось, соберем в такую большую скобку. В этой большой скобке будет произведение под g не равным и x минус альфа g в степени sg, все остальные скобочки, кроме и t. Ну и вот этот qmt там еще болтается. На qmt от x. И вот этот многочлен в скобках я обозначу через h от x. И тогда отсюда следует, что h в точке альфа и t не равен нулю. Почему это так? Потому что если я подставлю альфа и t, я тут получу разности альфа и t минус альфа g t. Я считаю, и t и g t разные элементы. Поэтому тут я получу не ноль, а qm, он во всех этих точках не равен нулю. Поэтому вся эта скобка будет не равна нулю в точке альфа m. А вот отсюда уже следует, что s и t равняется k и t. Потому что я представил многочлен f как x минус альфа и t в какой-то степени умножить на что-то, что в точке альфа и t не равно нулю. Значит, тогда вот это точность и кратность корня альфа и t для многочлена f. И значит, я получаю, что мое s и t равно k и t. Ну и все. Тогда степень f равна сумме s и t по и от единицы до m. Вот. Эти линейные множители стоят в степени s и t плюс степень qmt. А как мы сейчас поняли, s и t равны k и t, значит, это сумма от i до единицы до m k и t плюс степень qmt. А это меньше или равно, наоборот, больше или равно, чем сумма каитов. Каитов. Ну все, господа, полная победа. То есть мы доказали, что сумма кратностей, вот она, меньше или равна, чем степень многочлена. Что и требовалось доказать. Это первый пункт. А второй пункт. Я еще раз перепишу вот то равенство, которое было написано на той доске, что f от x равняется x минус альфа 1 в степени k1 и так далее, x минус альфа m в степени km умножить на qmt от x. Я переписал равенство, которое написано здесь. Единственное, что я смело вместо s подставил k, ну, потому что я понял, что s равны k, что s и t равно k и t. Вот. Где
у q от m, вернее, qmt от x нет корней над полем k. Извините, над полем f. А почему у этого вот последнего, висящего в конце множителя, нет корней в нашем поле? Потому что никто из этих альф его корнем не является. Мы вот тут сообразили, что этот многочлен QM во всех точках альфа не равен нулю. А если бы у него возник какой-то корень кроме альфы, то тогда корень QM был бы и корнем многочлена f от x, еще каким-то. А альфа — это все корни. Мы решили, что вот тут мы выписали все корни этого многочлена. Давайте я напишу в скобках. Так как у f нет других корней, так как у f от x нет корней, кроме q от m, кроме альфа 1, альфа m. Ну и что же, господа, тогда мораль. Отсюда следует, что f от x разлагается на линейные множители. Тогда и только тогда, когда этот самый q от m равен константе. А это как раз равносильно тому, что наш многочлен, что степень q от m равна нулю, а это равносильно тому, что f, что степень f равна сумме каитых от i равном единице до m. Вот, поэтому такое замечательное наблюдение, что условие того, что у многочлена максимально возможное число корней, это условие того, что многочлен разваливается на линейные множители. Что мы успеем сегодня еще доказать? Без десяти заканчивается, да? Мы успеем начать некий новый раздел, достаточно большой, который называется теория делимости. На самом деле, наша цель будет доказать основную теорему арифметики для многочленов. Что говорит основная теорема арифметики? Она говорит, что каждое целое число, отличное от нуля, единицы и минус единицы, однозначно с точностью до порядка множителей разлагается на простые множители. Вот для многочленов верно то же самое. Каждый многочлен, отличное от константы, однозначно разлагается в произведение многочленов, которые называются неприводимыми, которые аналог простых чисел, которые дальше не разлагаются. То, что он разлагается, это не фокус, а фокус в том, что он разлагается однозначно. Вот это некая нетривиальная теорема. Ну, чтобы это доказать, нам надо будет некую науку навести. И как бы вот в математике принято так, что науку все-таки надо стараться развивать в какой-то большей общности. Вдруг где-то еще понадобится. Бывает, что не понадобится, а бывает, что и понадобится. Поэтому мы начнем сейчас эту науку развивать для широкого класса колец, а потом применим ее к кольцу многочленов. Тут надо будет сказать некое количество слов. Определение. Коммутативное ассоциативное кольцо с единицей. Называется целостным кольцом. Или, еще говорят, областью целостности. Если в кольце нет делителей нуля.
просто такой способ, не сильно короче, сказать, что в кольце нет делителей нуля. Говорят, что кольцо является целостным или областью целостности. Может, кто-то знает, как это будет по-английски случайно? Да, и замечательное слово «domain». И от этого происходит слово «область». Абсолютно непонятно, почему. Мне, ну, кому-то может понятно, просто я не знаю. Но почему-то по-английски это называется «domain». Окей, примеры. Пример первый. Когда мы берем поле F, ну, в поле F-то, конечно, нет делителей нуля, это понятно. Но сейчас мы поймем, что не только в поле F нет делителей нуля, но и в кольце многочленов над полем тоже нет делителей нуля. На самом деле мы это с вами уже знаем, потому что когда вы перемножаете два многочлена, то степень их произведения — это сумма степеней Поэтому, если оба многочлена были не нулевые, значит, их степени были больше или равны нуля, то, значит, и у произведения степень больше или равна нуля, а значит, она не минус бесконечность, и значит, это не нуль. Ну, мы с вами помним, что произведение старших членов многочлена равно старшему члену произведения. Поэтому, если оба многочлена были не нулевые, у них были не нулевые старшие члены, значит, у их произведения не нулевой старший член, значит, их произведение не нуль. Просто повторение этого доказательства. А второе, более общее утверждение, говорит, что если R целостно, то и кольцо многочленов над R тоже целостно. Не обязательно брать поле. То есть второе — это обобщение первого. Если у вас есть вообще любое кольцо, лишь бы в нем не было делителей нуля, и вы рассматриваете кольцо многочленов над ним, то в кольце многочленов тоже нет делителей нуля. Доказательство — вот ровно то же самое. Потому что нам от поля было только важно, что в нем нет делителей нуля. Но бывают кольца, которые целостны и которые не поля, и не кольца многочленов. Например, кто? Матрицы не подходят, они не коммутативные, а мы сейчас только коммутативные. Кто? Ты что там гауссовы? Просто целые. Ну, на самом деле, гауссовы тоже хорошо. Гауссовы — это комплексные числа, у которых мнимая вещественная часть целая. Это кольцо, которое получено при соединении буквочки «и», только не к вещественным числам, а к целым числам. Тогда получится гауссовые числа. И это, конечно, кольца без делителя нуля, поэтому они являются целостными. Так, ну большую науку я сегодня уже не успею начать, поэтому я хочу сформулировать задачи три и на этом закончить на сегодня. Но, понимаете, господа, коллоквиум показал, что вы, конечно, не то чтобы все так хорошо знаете, коллоквиум показал, что вы скорее значительный процент товарищей знает неважно. Но при этом среди вас есть люди, которые, вот, во-первых, хорошо разбираются, а во-вторых, вот когда принимал коллоквиум, вот разговаривал с несколькими людьми, я насчитал, по-моему, 3 или 4, это прям такие готовые люди заниматься алгеброй. То есть у людей как-то вот сразу голова стоит правильно. Они правильные слова. Вот, чтобы заниматься алгеброй, надо правильные слова говорить в правильном порядке. А часть людей, ну, как-то вот, они даже и понимают, они выучили, они вот, ну, такое говорят, ну, ужас. А особенно вот, когда спрашиваешь какую-то самую простую вещь. Вот скажите, почему, если вектора линейно зависимы, то среди них есть один вектор, который выражается через остальные. Помните, в самом начале у нас была такая лема? Вот просто можете себя дома протестировать. Те говорят, нет, ну мы тут рассмотрим, введем базис, поскольку тут не надо базиса и размерности не надо. Это абсолютно элементарное утверждение. Составьте текст из минимального числа слов, который доказывает это утверждение. Вот у человека должна быть какая-то такая краткая, четкая и понятная логика. Но есть такие люди, вы не поверите,
которые очень хорошо, как минимум вот тех, кого я спрашивал, очень хорошо отвечали на коллоквиуме. И таким людям может быть скучно, потому что значительная часть из того, что я рассказываю, все-таки достаточно просто, но, может быть, не сегодня. Поэтому для таких людей я хочу, для всех людей, я хочу сформулировать сегодня три задачи. Со звездочкой. В том смысле, что алгебра — это вот не такая уж совсем простая наука. Это что из любого набора векторов, которые линейно зависимы, можно выбрать один, который выражается. Там есть утверждения и потруднее. И вот сейчас я хочу сформулировать задачки, которые вполне можно решить теми методами, которые вы сейчас знаете, но над которыми придется так поломать голову. Пусть R коммутативное ассоциативное кольцо с единицей. Ой, да, R. И F от X. Это какой-то многочлен над этим кольцом. То есть я сейчас рассматриваю многочлен, коэффициенты которого лежат не в поле, а в кольце. Поле — это, конечно, частный случай кольца. Но я рассматриваю вот в произвольном кольце, которое коммутативное, ассоциативное с единицей. У меня коэффициентики лежат в этом поле. Тогда в этих трех задачах надо сделать три вещи. Во-первых, f от x обратим в кольце многочленов тогда и только тогда. Во-вторых, f от x делитель нуля тогда и только тогда. И в-третьих, f от x нильпотент тогда и только тогда. Я сейчас напишу утверждение во второй части, но я просто хочу обратить ваше внимание, что для поля мы уже знаем ответы на все три эти вопроса. Если коэффициенты, вот это множество R, это поле, то когда многочлен обратим? Когда он не нулевая константа? Когда он делитель нуля? Товарищи, когда он делитель нуля? Никогда. Когда он нильпотент? Тем более никогда. Потому что нильпотент — это частный случай делителя нуля. Поэтому для поля мы знаем ответы, и они достаточно простые, и доказываются несложно. Вот для произвольного кольца это посложнее, и ответы тут будут такие. А0 обратим. А все остальные коэффициенты, А1 и так далее, АН — нильпотенты. Ну, то есть, если в нашем кольце нет нильпотентов, то ответ будет такой же, как для полей, что это просто не нулевая константа. А вот если в нашем поле, в нашем кольце R есть нильпотенты, то тогда их можно брать в качестве дальнейших коэффициентов, и многочлен будет обратимым. Следующее утверждение. Многочлен делитель нуля тогда и только тогда, когда существует такое А из R, которое не равно нулю, и А F от X равно нулю. Давайте задумаемся над вторым утверждением. Что такое делитель нуля? Это такой ненулевой многочлен, который умножишь на другой ненулевой многочлен и получишь ноль. Так вот, оказывается, что не надо брать второй ненулевой многочлен. Оказывается, достаточно взять такой константу, такой элемент кольца коэффициентов, что на него умножишь f, и уже будет равно нулю. И это показывает, какие многочлены являются делителями нуля. Такие многочлены, что к их коэффициентам одновременно можно найти один а, что их на этот а умножишь, и получишь ноль. Понятно. И, наконец, последнее утверждение — это то, что многочлен нильпотентен тогда и только тогда,
когда все коэффициенты нильпотенты. Тут, на самом деле, господа, не три задачи, а сколько задач? Шесть. Потому что каждый пункт — это две импликации. И какие-то из этих шести задач достаточно простые, а какие-то такие головоломные. Но они не требуют никаких знаний, кроме тех, которые у вас есть. То, что называется «получите удовольствие». Все, до вторника.